Представники теплопостачання міста Одеси подали позов щодо тарифів на опалення на ОСББ Суворівський 329 з грудня минулого року. Для мешканців будинку діє майже вдвічі завищений тариф. Однак люди здійснили власні розрахунки, за якими співвласники цього багатоквартирного будинку мають переплату в понад 100 тисяч гривень. Відтак, теплопостачання міста Одеси просить суд стягнути борг із мешканців на суму майже 580 тисяч. Аби детальніше обговорити такі випадки та що робити в разі такої заборгованості, яка раптово виникла на подив, давайте будемо чесними, цих мешканців, долучимо до нашого обговорення експерта у галузі управління спільною власністю та житлово-комунального господарства Сергія Філіпова. Він був героєм цього матеріалу, але більш детально зараз розповість, сподіваємося, і нам, нашим глядачам, те, що є предметом позову і взагалі, що діється. Пане Сергію, доброго вечора. Вітаємо. Добрий вечір. Пане Сергію, а поясніть нам, як так може бути, що для одних користувачів одна ціна на опалення, для інших інша? Начебто ж має бути тариф однаковий всюди. Ну, Україна – страна можливостей, тут можливо все. На самом деле ми обескуражені цією ситуацією, як на нас ще... В январе 2020 года обрадовали новостью, что вот, ребята, для вас теперь вы теперь, в общем, не такие, как все. Вот, поэтому мы теперь будем вас дискриминировать по договорному признаку. А як це може бути? Роздумайте. Що значить, ви такі, не такі, як всі? От зараз я прийду додому, а мені буде довідка там на дверях, що у вас тариф в 10 разів більше, бо ви не такі, як всі. Ну це іронія, але з таким суворим підтекстом, вам не здається? Просто цікаво, яке пояснення надає теплопостачання міста Одеси? Да, смотрите, дело в том, что КП теплоснабжения города Одессы в этой ситуации частично тоже в заложниках, на самом деле. Просто такая ситуация получилась исходя из чего? Вот у нас есть условно 100% абонентов, 100% людей, домохозяйств, которые получают тепловую энергию от КП теплоснабжения. И около сотни домов, значит, они имеют форму коллективного договора. То есть люди платят в СНД или в кооператив, а кооператив единым платежом рассчитывается с теплосетью за потребленную тепловую энергию. То есть это, по сути, коллективный договор. Но он назывался договор поставки тепловой энергии. То есть по факту то же тепло, те же трубы, все точно то же самое, но просто другое было название. Более того, теплосети с нами было намного удобнее, потому что мы по факту за теплосеть собирали деньги у населения. Приняли новый закон о жилищно-коммунальных услугах, который сказал о том, что теперь услуга по отоплению, которой пользовались все одесситы остальные, кроме этих 100 домов, вот эта услуга по отоплению теперь будет называться по-другому. Услуга поставки тепловой энергии. И все. И условно говоря, вот в результате вот таких вот вещей, после того, как приняли тариф для нас, на теплову енергію. На їхньому боці, на боці ваших опонентів, КП ТГО, ТМО українською, на їхньому боці новий закон про житлово-комунальне господарство. На вашому боці які аргументи і обґрунтування? Смотрите, вони вважають, що вони... так как они прошли проверки НКРКП, да, и то, что НКРКП в свое время устанавливало тарифы и так далее, и все это законно, легитимно, не совсем так на самом деле. И в НКРКП мы хотим показать этими судами, что там тоже есть люди, которые несовершенны вообще в написании нормативных актов. Раньше вот некоторые дома по 15, по 20 лет этот договор поставки тепловой энергии действовал, и все было прекрасно. И у людей сохранялись льготы, и субсидии, и так далее, и так далее. И теперь вдруг КП теплоснабжения решило назвать этот договор не договором предоставления коммунальной услуги, которая регулируется государством, а договором поставки товара тепловой энергии. Подождите, друзья, мы не прибыльные организации. Мы точно так же распределяем тепловую энергию, как делает эта теплосеть. Почему вы вдруг решили, что сейчас это договор поставки товара,
а не услуга, которая регулируется государством и которая является коммунальной. У нас есть все льготы и субсидии, нас ничего не отличает. Раз. Так, как так вышло, что у вас саме такий був договір, чи у тих людей, яких ви, інтереси яких ви представляєте? А більшість населення все ж таки користується іншим документом, який унеможливив підвищення тарифу для них в п'ятеро. Объясню. Дело в том, что те дома ОСНД, у которых был повышенный тариф, у них был коллективный договор поставки тепловой энергии. А все остальные одесситы, те, кто платил напрямую платежкой в теплосеть, у них была услуга, которая называлась отопление. То есть по факту все то же самое, трубы те же, тепло тоже. Ну, просто по-другому якобы для них называлась услуга. И теперь на фоне этого нас хотят еще и, как говорится, обуть. Теплосеть в судах очень четко показывает свою позицию, что это договор поставки товара, и вот вам до свидания. Но подождите, если это договор поставки товара, тепловой энергии, то тогда для нас вообще нет утвержденного НКРЕКП тарифом. И этот вопрос сейчас должен рассматриваться в горсовете. Если честно, уже иногда становится очень смешно, а потом становится очень грустно. По поводу того, что мы вот, допустим, с 50 домами объединились, у нас есть обращение в комитет Верховной Рады, антимонопольный, президент, мэр, департамент городского хозяйства. Я пишу постоянно, тегаю в Фейсбуке наших народных депутатов от «Слуги народа» профильных. Это в их компетенции эти вопросы решать. Это они могут этим заниматься. Допоки триває ця черга звернень, допоки триває ця судова тяганина, люди за яким тарифом сплачують? П'ятеро більшим? Чи все ж таки якось владнали цю ситуацію, бодай, на період розгляду цього позову? Ні, ні в коєму случаї. Ми людям виставили ровно по той ціні, по которой получили от КП теплоснабжение, и я даже не собираюсь как-то делать скидку и так какие-то, сколько нам выставили, мы столько и людям переадресовали. Это наши неприбыльные организации, что-то плюс-минус, куда-то мы не имеем права делать. Поэтому люди столкнулись с этим негативом в прошлом сезоне. Конечно, они нас поддерживают, конечно, за нашими спинами, условно говоря, 15 тысяч одесситов, которые, знаете, как в этом сезоне власть говорит о том, что тарифы не изменятся. Юридически они правы, но фактически они, они не платят за отопление, но что по факту в прошлом сезоне люди получали калорию по 1229 гривен, в этом сезоне 1813. В цьому парадокс, що начебто... В прошлом году, а не в этом. Да. Так. Пан Сергій, в цьому і парадокс, що вперше ми з таким зустрілися, що начебто юридично нічого не підвищили, а фактично люди геть скрізь відчувають, що цього року платіжки з тарифами на тепло значно більше, ніж минулоріч. Дякую. Ми будемо стежити за перебігом цього судового процесу, основні риси якого ви щойно окреслили. Це був Сергій Філіпов, експерт у галузі управління спільною власністю та житлово-комунального господарства.